Всем огромный привет, друзья! Меня зовут Оля, и в сегодняшнем видео я хочу поделиться с вами красивым, интересным набором для фотосессии будущей мамы, который состоит из пинеток и трикотажной повязки на голову. Пинетки будут интересно смотреться на фотосессии, ну а повязку малышка сможет носить и в дальнейшем, когда подрастет. Ну и еще пинетки, мне кажется, отлично подойдут для тех, кто делает торты из памперсов, то есть будут интересны изюминкой на вершине торта. Ну что ж, приступаем. В интернете я подобрала шаблоны пинеток. Выбирайте, смотрите те, которые вам больше всего нравятся. И перевожу свою заготовку на фоамиран белого цвета. У меня глиттерный фоамиран 2 мм. Если же вы будете делать такие пинетки для мальчика, то можно взять иранский фоамиран синего цвета, голубого или даже глиттерный фоамиран. И после того, как мы перевели наши шаблоны на фоамиран, все вырезаем. Вырезаю я сначала боковиночки и после этого вырезаю уже и нижнюю часть, то есть подошву. Вот такие вот заготовки у нас пинеток получаются. Теперь все нужно склеить. Склеиваю я секундным клеем и начинаю я с подошвы. Наношу клей на серединку носочка, то есть передней части пинетки. Подошва у меня внутри блестящая, то есть нижняя часть матовая. И аккуратно-аккуратно все склеиваю стык в стык. Сначала приклеиваю аккуратно одну боковинку и затем уже приклеиваю и вторую боковиночку. Смотрите, чтобы это все было очень аккуратно, чтобы ни выше, ни ниже. Делать нужно это все не спеша, и тогда все будет очень аккуратно и красиво смотреться. И еще удобнее это склеивать именно секундным клеем, потому как горячий клей может где-то выступать и некрасиво проглядывать и выглядывать. И постепенно подхожу уже к пяточке. Здесь очень важно посмотреть, чтобы все наши стыки, обе боковинки, выходили именно на серединку, чтобы не съезжало вправо или влево. И теперь соединим две части нашей боковиночки. Склеиваю также стык в стык, и все ровно, аккуратно получается. Вот такой башмачок у нас получается. Теперь сделаем для него цветочек. Цветочек я покажу на примере для пинетки. Я взяла фоамиран иранский. У меня красивый цвет айвори. Размер квадратика 1,5 на 1,5 сантиметра. И теперь обработка. Обработка самая простая. Зажигалкой я прогреваю верхнюю часть лепесточка. Прогреваю не очень сильно, на расстоянии, чтобы не было нигде черного цвета, цвета от огня. Растягиваю посередине верхний край. Получается красивая волна. И сам лепесточек еще немножечко вытягиваю посередине. Вот такой лепесток должен получиться. На один цветочек нам нужно 12 лепесточков. И теперь склеиваю. Склеиваю я тоже секундным клеем. Наношу на край лепестка капельку клея. Приклеиваю второй лепесток сверху. И таким образом я склеиваю 4 лепесточка. И последний лепесток я завожу под первый. Затем все остальные лепестки я приклеиваю с обратной стороны. И приклеиваю их в шахматном порядке. Приклеиваю, переворачиваю, смотрю, чтобы у нас все было ровно, красиво и аккуратно. Цветочек должен получиться из трех рядов,
то есть на каждый ряд по 4 лепестка. Большой цветочек делается точно так же, только размер квадратика я брала 2,5 на 2,5 сантиметра. И после того, как подклеиваю последний лепесток, делаю серединку. Серединку я делаю из бусин на нитку с иголкой. Я нанизываю 5 бусин. Бусины у меня жемчужного цвета. Размер бусин где-то 0,5 сантиметра в диаметре. Выберите те, которые вам нравятся. Или просто вклеивайте большую бусину или кабошон. После этого я связываю свои бусины, делаю 3 узелочка, и у нас получается вот такой кружок из бусин. Затем из фоамирана вырезаю кружок под размер наших бусин, приклеиваю на него кружок бусин и вклеиваю бусину чуть больше размером в середину. Вот что у нас должно получиться. И уже приклеиваю в наш цветок. Вот наши 2 цветочка. И теперь приклеиваем к пинетке. Приклеиваю я уже горячим клеем. И теперь делаю ремешок к пинетке. Размер ремешочка 1 см на 5 см. Вклеиваю вовнутрь, а вторую часть вывожу на внешнюю сторону пинетки и подклеиваю тоже горячим клеем. Край ремешочка украшаю бантиком из атласной ленты. Вот такие милые пинетки у нас получаются. И теперь повязка. Я наношу клей на кусочек фоамирана, наношу горячий клей и вклеиваю с внутренней стороны, держа цветок уже с внешней стороны. И повязка готова. И если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь, не забывайте нажимать на колокольчик. Всем пока-пока, до новых встреч!